Ну вот очередной раунд переговоров о будущем североамериканского соглашения о свободной торговле, в котором участвовали высокопоставленные представители США, Канады и Мексики, завершился без особых успехов. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, Штаты намерены продолжить работу над обновлением условий торгового пакта, заключенного в 1994 году. Американские законодатели призывают как можно быстрее достичь нового соглашения, чтобы успеть ратифицировать его до конца года. Однако представители Канады и Мексики убеждены, что необходимо сосредоточиться на качестве документа, нежели на скорости его принятия. Стороны разрабатывают новые правила, определяющие, какой процент от производимого автомобиля должен происходить из региона НАФТА, чтобы избежать пошлин. Отмечу, президент Дональд Трамп долгое время подвергает НАФТА критике, считая соглашение причиной потери миллионами граждан США рабочих мест в промышленности. Мы хотим в результате получить по-настоящему качественный документ. Поэтому переговоры будут длиться столько, сколько этого будут требовать условия. Это позиция Канады с первых дней работы по НАФТА. Сегодня это по-прежнему остается так.